кветки, аплодисменты и музыка. Один из наистарейших коллективов былого Советского Союза. Державный академический симфонический оркестр Республики Беларусь отзначил свое 90-летие. Створены у 1927 году для освіти и узняття культурного узроўню насельніцтва молодой Белорусской Республики, зараз он является одним из самых яскравых коллективов Европы. Его выступ завсёды подія, его репертуар – от священной классики до дзёрзкай сучасности. Его имя – гонор краины. Вечно юный, динамичный, державный симфонический оркестр Республики Беларусь. 90 годов. Много гэта, ці мало? Юбилей или 80, или 90, или 100 – это больше… Все-таки повод. Повод для того, чтобы наша публика еще раз обратила внимание на классическую музыку. Еще раз обратила внимание на то, что есть вот в центре Минска место, где можно услышать в хорошем исполнении хорошую музыку. Что есть красивые, талантливые люди в Белоруссии. И они появляются на сцене филармонии. До своего 90-летия оркестр подрыхтовал для меломанов вытанченный и дорогий подарунок. У программу концерта вошли поэмы экстазу Александра Скрабина, где дух, мару и все створающее отдается осолоде кахання. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, який лічыцца одним из самых тяжких творов у фортепианном репертуаре. Доведник по оркестру Бенджамина Бриттона, что заключает в себе целую портретную галерею музычных инструментов, а так само поэма Рахманинова «Званы». Один из любимых творов композитора. Мы не стараемся удивлять, мы хотим, чтобы наше внимание, к нам внимание было приковано качеством, интересом к классике. Это, по-моему, бессмертно. Так и есть. Неумиручесть. Неумиручесть у творчести и порыве, у прыгажости и самовыявлении, у натхнении и майстерства. Оркестр не может постареть, але каждый прожитый год поднимает планку для нового поколения музыков. За 90-х годов оркестр покинул немало памятных записов на сторонках истории и культуры родной краины, а главное, завоевал миллионы сердцев соправдных знатоков музыки. Отпочивайте культурно!